друзья, мы рады приветствовать вас в гостеприимном большом зале Центрального дома ученых Российской Академии Наук на программе, которая сегодня называется «Опера энд синема». Сегодня у нас действительно уникальный проект, и уникален он не только тем, что на сцене сегодня буквально негде упасть яблоку, потому что собрались замечательные большие коллективы, коллективы, которых связывает не только любовь к музыке, но и огромная открытость сердца, огромное желание жить, творить, любить. И мы сегодня на этой сцене приветствуем академический большой хор Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева. А также академический большой хор Московского метрополитена. Человек-легенда для всех музыкантов, которые пользуются интернетом, потому что это создатель не только музыкальных коллективов, но и огромного нотного архива, которым мы все пользуемся. Профессор Борис Тараканов. Сегодня на этой сцене замечательный оркестр музыкального театра под руководством Ирины Комаровской. Дирижер сегодняшнего нашего проекта, лауреат международных конкурсов, главный дирижер музыкального театра Ирины Комаровской Георгий Журавлев. В нашей программе сегодня прозвучат произведения, написанные в жанре оперы и, конечно же, в жанре популярной песни. Все эти произведения были экранизированы и в разное время вошли в разные фильмы. Где-то для создания атмосферы. Некоторые оперы были целиком экранизированы. И от этого стали еще более популярны и еще более любимы. Итак, открывает наш концерт замечательное инструментальное произведение, переложение для хора, которому сделано Борисом Таракановым. Для вас звучит «Палладио», дирижер Георгий Журавлев. All right.
Друзья, приветствую маэстро Борис Тараканов. Наш замечательный оркестр под руководством Георгия Журавлева. Мы не смогли целиком уместиться на этой сцене, но решили задействовать практически всю территорию нашего зала, поэтому Борис, как человек наиболее артистичный, будет находиться прямо в зале. Я уверена, что многие из вас тоже смогут петь вместе с нами и произведения из опер, которые будут звучать, и песни, которые тоже всеми нами очень любимы. Ну, а сейчас на сцену выйдет замечательная солистка, удивительная